За минувшую неделю подразделения Когалымского пожарно-спасательного гарнизона выезжали по тревоге 7 раз. Тушили мусор, мчались на место дорожно-транспортных происшествий. Но больше всего воды понадобилось во время ликвидации пожара в одном из садово-огороднических товариществ. Вот фото с места происшествия. В ночь с понедельника на вторник загорелась дача за рекой Кирилл. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 2 часа 10 минут. В это время огонь уже охватил здание и выбрался на крышу. В результате пожара повреждено строение на площади 58 квадратных метров. На первом этаже частично повреждено помещение на площади 10 квадратных метров. Второй этаж пансардный. Повреждения на площади 48 квадратных метров. На тушение привлекалось 3 единицы основной техники и 14 человек личного состава дежурных караулов. Ликвидировать открытое горение удалось в 2 часа 39 минут, после чего пожарные приступили к разборам конструкции и ликвидации последствий пожара. К счастью, в эту ночь на даче никого не оказалось. Что касается самого строения, судя по всему, хозяевам придется немало потратиться на его восстановление.